Впервые День Победы отпраздновали массовыми шествиями, парадами и народными гуляниями только в канун 20-летнего юбилея Победы в 1965 году. До этого День Победы был рабочим днем. Нет, его, конечно же, отмечали, но не в таких масштабах. Ведь перед глазами народа еще была картина той дорогой цены, с помощью которой досталась победа. На праздничном параде 1965 года впервые было вынесено Знамя Победы. Знаменосцем был герой Советского Союза, участник штурма Рейхстага Константин Самсонов. А помогали ему в этом не менее знаменитые Михаил Егоров и Мелитон Кантария, которые водрузили это знамя над Рейхстагом.